любим страну Болгарию, мы много раз были там, мы посещали все самые интересные и волшебные, скажем, места, которые есть в Болгарии. Я был удивлен, как много там именно древних, исторических и очень волшебных мест. Поэтому я очень рад, что вы пригласили нас на эту конференцию, которая происходит в этой чудесной стране. Нам важно оказаться еще в этом месте, потому что вот больше уже 30 лет я, Николай Николаевич, еще больше занимается изучением необычных возможностей человека. И одна из важных ключевых встреч с человеком, который обладает необычными способностями, например, видеть с закрытыми глазами, эта встреча случилась в Болгарии.